находился у Старобрязов, он всегда активно сотрудничал с властью. Агитурный псевдоним бедного банкира Ленин. Именно под этим именем он писал донос на своих сообщников, соратников и соперников. Все недавно ликвидированы, либо отбывают большие сроки заключения. И только Мухтар Аблязов продолжает активно работать и безбедно жить во Франции. Бизнес беглого банкира продолжает функционировать в Казахстане и приносить своему хозяину доход. Как такое возможно, если он избегает уголовного преследования в Париже? Почему его не экстрадируют в Казахстан? Почему его не экстрадируют в Великобританию? Может, потому что есть договоренности с властью? Так для чего все-таки нужен Мухтар Аблязов власти? Благодаря умелым действиям беглого банкира основной актив протестующий выиграл Сета Карандаш и выиграл. Мухтар Аблязов консолидировал вокруг себя недовольных и просто подставил. Агент Ленин на службе власти.